Спасибо большое, что вы нас встречаете здесь, это в аэропорту Манас, наши земляки, наше, значит, телевидение. Спасибо. В первую очередь хочу сказать спасибо киргизскому народу, потому что как только произошли эти события в Алмате, и мы включили интернет, сколько нам было предложений от киргизского народа, братского народа о том, чтобы нам предоставляют отели бесплатные, машины, транспорт. Спасибо большое. Я думаю, что мы благополучно доберемся до Алматы. Еще раз спасибо, благодарю вас за внимание.